Здесь такой серьезный прямо спуск к третьему озеру. И сейчас оно у нас откроется. Спускаться надо аккуратно, коленками назад. И даже вот сейчас спускаться, а потом будет подниматься. Камни тут очень красивые. Бревна. А какой тут воздух? У меня уши как заложило, так и, блин, не разложила до сих пор до конца. Кстати, эта высота 2000 метров над уровнем моря. Поднимались мы на 700 сами, потому что подъем начали не с нуля. Вот эти сиреневенькие красивые цветочки, березоньки наши. Наши русские. Вот он наш символ. Русские березки. Камушки. Это Россия, ребята. Здесь очень красиво. Вот вам снег в конце июня. Красоте. И не отражается. Прикольно.